Еще одна компания калининградская на HeadHunter, которая прислала мне приглашение. Это Atlantis. А теперь смотрите, что они хотят. Требуемый опыт работы более 6 лет. Ребят, ну вы совсем что ли? Вы полностью оторваны. Оторваны от реалий более 6 лет. Опыт управления ТС категории Е от 5 лет. Рев Volvo. И там, скорее всего, будет Volvo какого-нибудь пятилетка. Просто не моложе 100%. Какой-нибудь автохлам. Потому что я вижу, что ездить по дорогам Калининградской области и Калининграда. То есть вот на этом автохламе вам хотят еще и такие требования. Ну понятно, что, блин, никто не пойдет за такие деньги. Какие там даже не пишут, какие деньги. То есть там какой-то развод полный.